Серьезная авария произошла в Юрьевце. УАЗ и Мерседес столкнулись днем около 2:30 9 октября. Очевидцы разместили в социальных сетях страшные фотографии и видеозаписи. На них видно, что грузовик лежит на боку, вокруг разбросаны вещи. А Мерседес и вовсе уехал прямиком в ограждение. Столкновение произошло в районе дома номер 11 на улице Ноябрьской. Водитель автомобиля УАЗ-3303 1957 года рождения, совершая маневр левого поворота, столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением водителя 1996 года рождения, который двигался по левой полосе во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель УАЗ, и ему рекомендовано амбулаторное лечение, и пассажир автомобиля УАЗ 1954 года рождения. 70-летнюю пенсионерку, пассажирку УАЗа, забрала реанимация. 28-летний водитель Мерседеса не пострадал. По факту ДТП проводится административное расследование. Виноватого в происшествии пока не называют.